Всем привет, это мой новый видеоблог. И в этот раз блог получился немножечко странноватый, так как у нас сейчас идет межсборье. И кто как тренируется в своих городах. Кто-то еще продолжает сбор, кто-то сейчас у кого-то закончился сбор. Интересно, кто как тренируется. И у нас вот совместно с ребятами получился вот такой влог. Сейчас у меня по плану лыжа-роллерная тренировка, классика. В спокойном темпе в районе часа 30. Погода сегодня у нас такая не очень жаркая, 9 градусов, холодный ветер. Холодновато так. Тренироваться можно. Поехали дальше. Вот, смотри, куда я приехал. Хрен знает где, конечно, но в лесу просто катаюсь. Дорога, кстати, ровная. Недавно положили. Вообще, в натуре четко. Всем привет всем! Сегодня мы делаем кросс-поход 2 часа 40 минут. Я уже сделал 20 минут кросса, сейчас иду пешочком 10 минуточек, и потом буду бежать. Вот, как бы вот так вот. Я, значит, бегу, уже скоро все, добегаю до дома. Мы как бы идем в Азию. Многочисленная аудитория. Сегодня катаемся по плану. Катался уже 2 часа. Кому интересно, как надо тренить на самоизоляции, ссылочка в описании. Все в шаговой доступности. Смотрите, вот мой дом. Вот тут же идет трасса. Все, машины ездят. У нас новый асфальт положили. Так что все приезжайте. Улица Фуфчева, 16. Кто хочет ко мне в гости, домофон 66, приходите, потренируемся. Всем пока. Бьюти взять? Не надо. Что вы делаете в нашей базе? Тюменский, да. Гражданин. Моя база закрыта, я поэтому. Вот так вот дожили. А тут родная, простецкая база, да? И все. Тут наоборот, профессиональное отношение к делу. Во что бы то ни стало, работа на результат. Вот наш блогер Свикс едет. Как вы? Мошкин Егор, как ваше самочувствие? Нормально.
Хорошо зашли, зашли ускорение. Крутак, руки болят, конечно, с вчерашнего. Да? Ну так, ножки нормально. Это игра с Иваном Ивановичем. Подмышки свои чешешь. Что началось с ОБШХ? Вот это, поехали. Сразу, на скорости, сразу. Ты, блин, вот просто. Тренерские наставления. На нашего блогера. Кого ты видел? Хан, Фукат. Хохер. Я видел, что никак не ходит. Ты должен сказать, принял, понял, обработал, коуч. Я поехал. Всем привет. Как вы уже заметили, наше медсборье подошло к концу. И мы уже потихонечку начинаем приходить в строй. Вчера мы провели ускорение, КФКшное ускорение на ролях. В принципе, самочувствие после вчерашних ускорений неплохое такое, ничего не болит, в принципе состояние рабочее. Сейчас я отправляюсь уже на вторую тренировку. Вторая тренировка у нас, там у нас по плану разминка вело и потом резина и игровая тренировка. Игровая волейбол. Можно сказать, все сполчились против меня. Постараюсь затащить каточку. Ну что, увидимся уже на игровой. Интересно будет. У нас получилось такое ситуация, что мы волейбольчик-то не поиграли. И вот за этой персоной мы не поиграли волейбольчик, которая не могла перепрыгнуть через барьер один. Вот такой вот. Ну-ка, поснимай. Вот такой вот барьер. Ну подальше уйди. Вот такой вот барьер. Перепрыгнуть. В районе 1:20. Примерно там мучилась. И потом она все-таки смогла. Еще мы поздравляем Дашу. Поздравляем Дашу. Давай зеленый. Что ты скажешь на это? Почему ты не смогла перепрыгнуть? Что тебя останавливало? Что тебя останавливало? Хотя у тебя был запас прыжка в высоту больше 20 сантиметров, больше. Давайте не об этом. Что скажешь? Давай не об этом. Ну, блин, надо все-таки разобрать. Это очень конкретную и непонятную тему. Это в голове или не хочу? Это в голове. Это все в голове, да? Да. Не было такого у меня никогда, что не хочу. Скажи, пожалуйста, ну, в конце. Что ты хочешь пожелать всем тем, кто тоже не сможет себя перебороть, бояться прыгнуть? Что ты пожелаешь на будущее кому-нибудь? Скажи. На, подержи камеру, скажи. Я желаю это. Купить берущие, чтобы не слышать много матов в свою сторону. Не узнать, какая ты хорошая, красивая, это умная. Вот. Памберущу. Это очень-очень-очень замечательная штука. Суть-то, чтоб никого не слушать? Никого не слушать, что ли? Чтоб не заплакать. Слушать надо то, что правда нужно. А не когда себя называют тупая и всяко раз. Вот так вот не получилось у нас сыграть в волейбол. Ну что, я думаю, еще мы не раз сыграем. Не раз победим. Чем спортсменам? А спортсменам-то что им нужно сделать? Спортсменам? Прыгать, тренироваться. Все легко, просто прыгать, тренироваться. Да. Больше ничего не надо. Конечно, блин, из-за того, что просто прыгнуть и тренироваться, мы не поиграли в волейбол. Конечно, обидненько. Но зато побегали. Классно. Зато мне в жопу мячом попали. Вот. Что-то приятное, да? Вообще приятно. Я ж так люблю, когда мне в задницу бьют. Вот и подошел к концу мой видеоблог. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!